Всем привет, гости, подписчики моего канала. Кто не подписался, прошу подписаться на канал. Сегодня Рождество. Всех поздравляю с Рождеством. Вот такой вот свободный денек выпал. Выехал я, значит, на природу, в поле. Морозец такой у нас взялся небольшой. И решил вам сегодня рассказать, как я боролся, значит, с давлением масла. Загорелось у меня давление масла. Самое что интересно, оно у меня загоралось при нагретом моторе, полностью нагретом моторе. И на 2200, когда перегазовочку даешь, лампочка гасла. А в последний день перед ремонтом, то есть у меня давление масла загорелось на холостом. То есть это я уже понял, что это уже критическое давление, что уже надо что-то делать. Так как у меня уже не хватало фантазии с этим двигателем, загнал, все-таки позвонил я мотористу, загнал автомобиль к мотористу, попросил все-таки, чтобы сделал специалист. Вскрыл все, посмотрел, что надо заменил, и чтобы я эту проблему забыл раз и навсегда. Значит, загнал я машину к мотористу. Моторист делал ее где-то 3 дня. Моторист на третий день позвонил, говорит, вскрыл поддон, посмотрел масляный насос, говорит, все в норме, все хорошо. Говорит, я не знаю, что ты мне ее пригнал, но как хорошо, если у меня давление масла горит. И проверил прибором. То есть прибор показывал, блин, где-то 0,2 давления на холостых. То есть критическое маленькое давление. В итоге приехал я за машиной, позвонил, он говорит, все, я сделал, приезжай, забирай, все готово. Приехал я за машиной, ну что-то у меня куда-то подозрение все равно было. Все-таки что-то не то. Приехал я за машинкой, все, машинка заведена была. Рабочая температура двигателя. Я рассчитался с мотористом за ремонт. Он говорит, я только все промыл, прочистил и больше ничего особо не делал. После этого, значит, я поехал домой, ехал буквально от моториста километров 15, и у меня опять загорелась лампочка давления масла. Соответственно, я сразу вернулся к мотористу и говорю, так и так, загорелось давление масла, то есть симптомы никуда не прошли, никуда не делись. Он вернул деньги, соответственно, за это, потому что он ничего толком не сделал. Развел руками, говорит, я даже, говорит, понятия не имею, что это может быть, так как вкладыш у тебя, говорит, в норме, насос масляный тоже. Но причина все-таки где-то была. Поехал, значит, домой, в плохом настроении, соответственно, потому что я думал, проблему эту решу. Решить ее не получилось. Заехал домой, заметил одну прекрасную штуку, интересную штуку. Когда я ехал, перед тем, как лампочка давления масла загорелась, у меня пошла температура до 100 градусов. То есть, как будто минимальный перегрев двигателя. И дошла до сотки, потом скинулась там где-то до 93 градусов. И, соответственно, я подумал, что может масло при такой температуре разжижается, насосу не хватает силы затолкнуть масло, и поэтому нет давления. Значит, проверил я нижний патрубок, термостат. Нижний патрубок был холодный. То есть циркуляция у меня была чисто по маленькому кругу. И вот поэтому, так как термостат был заклинивший, двигатель нормально не охлаждался, масло разжижалось и температуры, начинало загораться давление масла. То есть поменял термостат. Сейчас поставил, вот кто не знает, термостат здесь находится в 1.4, в третьем гольфе. Вот здесь, то есть откручиваете тут два болта, достаете, ну, подложили что-нибудь снизу, чтобы антифриз не вытек на землю. Поменяли, поставили, то есть залили жидкости. Все. У меня, допустим, она решилась. Вот эта проблема. Хотя я ее не мог решить полгода буквально. И думал, и спрашивал, и людей, и знающих. Никто толком ничего не подсказал. По датчикам, то есть, ну, нереально просто. Два датчика, что со строя вышло. Я понимаю, один бы вышел, но уже на холостых работал. Кто не знает, вот этот датчик, он срабатывает, когда машина работает на холостом ходу, когда нет давления. Он срабатывает на минус. То есть, если фишку отсоединить, на корпус двигателя присоединить, тогда у вас лампочка погаснет. А этот срабатывает на плюс. То есть, вот этот датчик при оборотах двигателя 2200 берет замер с бобины, замеряет обороты двигателя, посылает импульс на замер именно на 2200-2300 где-то так и проверяет давление. Если его нету, соответственно, срабатывает зуммер, мигает лампочка. На холостых, который датчик идет, просто будет мигать лампочка.
То есть, вот когда вы автомобиль заводите, у вас на приборной панели загорается лампочка, мигнула пару раз и потухла. Вот за эту, когда вы заводите автомобиль, вот этот датчик отвечает. Вот такие вот дела, ребята. Не знаю, смотрите, может, у вас такая проблема. Чем смог, тем помог. Как говорится, картошку копайте сами. Всем пока, подписывайтесь на канал. Всем удачи.